Чебоксарах прошла конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Уже 21-я по счету. Подробности в нашем сюжете. Уже более 10 лет партия является главной политической силой в стране и притворяет в жизнь экономические, политические и социальные реформы. В Чувашии эффективно реализуются партийные проекты, направленные на повышение качества жизни. По итогам работы 2013 года, по эффективности деятельности органов власти, правительство Российской Федерации оценило нашу работу эффективно, и мы заняли среди 20 лучших регионов Российской Федерации, среди 83 регионов Российской Федерации 14 место. По предварительным итогам Росстата России мы замыкали 20 лучших регионов, где получаем соответствующее вознаграждение 165 миллионов рублей, это тоже дополнительные инвестиции, эти цифры уже стоят в бюджете, в проекте бюджета, который будем уточнять. Эти деньги планируется потратить на строительство современного детского сада в Чебоксарах. Улучшить условия жизни собираются не только детям, но и пожилым людям. Не менее 10 тысяч ветеранов труда дополнительно будут получать льготы около 1100 рублей в месяц уже с 1 июня 2015 года. На заседании также отметили, что весь предстоящий год для республики будет непростым. Наша конференция проходит в очень ответственный момент. По сути, уже сегодня началась подготовка к главным политическим событиям 2015 года, избирательным кампаниям по выборам главы Чувашской республики и выборам в органы местного самоуправления. Выборы главы Чувашской республики будут первыми всенародными выборами высшего должностного лица в Чувашии за последние 14 лет. Помимо главы республики, в сентябре нам предстоит избрать глав муниципальных районов, а также более 550 депутатов районных и городских собраний. А пока на 21-й конференции партии ее участники тайным голосованием избрали новых членов местного политсовета. Это плановая ротация. Устав партии предусматривает ежегодное обновление политического совета на 10%. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.